Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Это будет новостной выпуск. Вы узнаете, где собираются коллекционеры в Украине, в разных городах. Анонс второй встречи коллекционеров в Харькове. И, конечно, бесплатный пригласительный для всех моих зрителей. А для самых активных в комментариях мы разыграем юбилейную монету с тампо-печатью. Если интересно, продолжайте смотреть. Ну что, поехали! 16 марта в Харькове, в парке машиностроителей, раньше назывался парк культуры и отдыха имени Артема, в клубе «Жара» состоится слет коллекционеров. Он будет проходить с 8 утра до 2 часов дня. Входной билет, как раньше, 20 гривен, но всем зрителям моего канала бесплатно. Для этого просто укажите свое имя и телефон в форме под видео, и вы будете в списке приглашенных гостей. И обязательно на входе скажите, что вы от канала «Монеты Украины» и что вы есть в списке, не стесняйтесь. На прошлом слете коллекционеров в Харькове я познакомился с Максимом Загребой, он мне показал свои книги и журнал. Довольно прикольный, нумизматика и фалеристика. И вот в этом журнале, который выходит раз в квартал, указаны все-все места, где встречаются нумизматы. Друзья, сейчас я покажу вам эту страницу. И вот такая для вас есть у меня идея, предложение. Вы в своем городе можете снять небольшой отрывок с посещения встречи коллекционеров или нумизматов, прислать его мне, я вставлю в видеоролик именно ваш фрагмент с указанием вашего авторства и передам вам лично привет. Так что, если вы посещаете такие встречи, сделайте небольшой сюжет, снимите буквально на 1-2 минуты, и я вставлю ваш фрагмент в общий ролик про все встречи нумизматов в Украине. Ссылка на мой аккаунт в Telegram будет в описании, обязательно напишите. Друзья, по поводу конкурса, я стараюсь придумывать разные варианты. Кстати, предлагайте варианты, чтобы хотелось увидеть, какого плана конкурс. В данном случае это будет монета 2 гривны с тампо-печатью Богдан Ханенко. Вот сейчас вы можете посмотреть данную монету на своем экране. И условия конкурса очень простые. Напишите в комментариях про ту монету, которая вам больше всего нравится из монет Украины, юбилейных и обиходных, либо какую-то историю или почему вам эта монета нравится. И потом случайным образом я выберу победителя и отправлю ему вот такую вот монету, которую вы сейчас видите на своем экране. Ну что ж, спасибо всем, кто посмотрел этот ролик, поделитесь им в социальных сетях, поставьте лайк и приглашаю всех на слет коллекционеров в Харькове. До встречи, всем пока!